Верните мне Иисуса, рыдает Магдалина, и я его возьму в сокровище и радость. Семь бесов из меня изгнал и не отринул. О, где ты, Равуни, кто мог тебя украсть? И обрела Мария того, кого искала, к ногам его припала от радости обычной. Кто ищет, тот найдет, не загородят и скалы. А мы, что мы с настойчивостью ищем? Кому-то лотерейный покоя не дает, счастливых нераскрытых указ и махинаций. Кто ищет, тот найдет, среди полночи пьет, а этот из вагона хватал несытой пастью. Что ищем мы? Вопрос по существу поставлен. Как выйти из тюрьмы, опять все повторить? Что пить, курить, все органы стали, ни каши, ни стероза вершины покорить? Мы просим, мы кричим, верните наши книги, верните пленки, записи, кричим до всех инстанций. Все взято незаконно, за промысел и мигом, как тащат из вагонов работники на станции. Верните хлеб духовный, творение Златоуста, его глубокой мысли веревки для ума, чтоб зачеркнуть в колодце, в архивах стало пусто. Верните жития, при свете сгинет тьма. О, кто вернет мне годы, следы запорошило, а пепел с головы слезает в ночи глаза? Тот бредит на его отдаче и машине, развез бы на себе казанский весь вокзал. Христос сказал, ищите, ищите правды Божьей, ищите Царство Божие, бессмертие, красоту. Одежда и еда сама к тому приложится, заботы все сложите к распятому, к кресту. Все, кроме этого, со смертью мы теряем, повторно и под старость. Под пепелищем роем. И строим не дворец на небе, а сарая. Лачуги на земле для потомков, впрочем. Верните мир планете, да будет мирным небо. От ядерных реакторов, распеленавших смерть. На стук апокалипсиса печати из-за хлеба. Земля вскрывает вены. Открой-то в вечность дверь. 13 сентября 1986 года. Тюрьма.